Спонсор прогноза погоды – аптека.ру. Где все это искать? И сколько это стоит? Дешевле, чем ты думаешь. Все закажем на аптека.ру. Аптека.ру. Всегда выгодно. В среду в Самарской области ожидается облачная и пасмурная погода. Местами пройдет небольшой снег. Похолодает. Температура воздуха в дневное время минус 10, минус 16 градусов. Ночью 16-20, ниже 0. В Сызрани небо в облаках, выпадет снег. Днем 9 градусов с минусом, ночью 15, ниже 0. Ветер северный, скорость 4 метра в секунду. В Тольятти пасмурно, небольшой снег. Днем минус 12 градусов, ночью минус 19. Северный ветер 3 метра в секунду. В Самаре пасмурно, но без осадков. Днем минус 13 градусов, ночью до 20 мороза. Ветер северо-восточного направления 3 метра в секунду. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 79%. Геомагнитное поле возмущенное. Умеренная геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.